Маме Samsung купил. Что-то... А, кимбап. Да. Курица, грудка, запеченная для риса. Рисовые треугольнички. Простите, у вас надо просто купить и можно залить кипятком, да? Мы здесь варим. Ага. Оплатить дополнительно за кипяток надо? Нет, у нас готовка бесплатная, просто чашки и приборы. А если я беру уже в этом в круглом контейнере? Сумма добавляется на прибор. А, на прибор. Хоп. Безопасную для желудка. Я бы хотела сырную попробовать. Да. Смотри, есть какой-то бульдак. Явно для желудка очень полезный. Да. Так, а что у нас в росте будет есть? Пойду посмотрю, что там есть. Похоже на бокочки, которые я ел в Китае. Правда, они дико острые там были. Ну уж очень о них напоминаю. Сосиска на палочках. Настюх, почем сосиска на палочке? Ну спроси, ты чего ты в очереди стоишь? Чтоб спросить, ну подойди ты спроси. 20 тысяч, спасибо, брат. Ну, полчаса бы стояла. Вообще... Не привыкшие. Я вот, смотри, есть какая-то seafood party. Вот мне понравилась упаковочка. Попробуем. Написано Made in Korea. Seafood flavor, какие-то специи, видимо, морские. Ну, картинка классная, вряд ли у меня, конечно, там будут креветки плавать. Ну, дешевая, 16 тысяч штук. Давай деньги тогда. Давай еще расскажи. Давай деньги тогда. Нет, скажи, как ты сказала, знаешь, требовательно. Главное, не забудьте сосиску на палочку. Ты размазала вот здесь. Тушь какой-то размазала. Пока попроси нижнюю, что ты когда буду давать. Почему? Потому что они, мне кажется, более свежие. Все стали просить нижний, как только Настя сказала, что нижний более свежий. Хочу. Все, берем нижний. У них и вид такой. Да, поджаренный больше. Конечно, конечно. Ты что, ты чё людей сбиваешь с толпы? Я наученная. Нет, ничего лучше старым добрым доширак. Мало? Это моцарелла, это чеддер. Последний дан чеддер нам не пособие. И сыр, который? Супер, спасибо, вам уточнили. А, ну ладно. Это очередь, да? Да, очередь. Даже в ВПшках кипяток, это очередь. Вот такое популярное место. О, может быть, тогда там пока отдадим, пока Ростику, он ждет. Ну, хочешь, отдай. Покажи мне, что там дала. Корндог. А из чего он сделан? Сосиску в тесте, только на палочке. А чтобы... если я вкусно, он на меня обидится? Мне кажется, обидится. Тогда кажется, попроси надо... его мне чуть-чуть оставить попробовать. Наверное, есть хочется постоянно от такого вкусного запаха. Я уже готова, Миня. А, ты тоже, да? О, нормально у тебя там порция такая большая, двойная. Супер. Дай попробовать, пожалуйста. Вкусно. Сосиска с сыром. За деньги, да, за деньги, да, за деньги, да. Наши рамены пакеточные, пакетированные, будут еще
20 минут. Нет, 15 минут. Я думал, быстрее будет. Бармен, а их варят, в этой, в кастрюльке прям, их варят, он говорит, 6 минут каждая порция варится, каждая ппшка варится 6 минут. Обалдеть, ну ладно, что пойдем. Прям в кастрюльке их варят. Это вы, кстати, классно придумали, что, пакетики с острыми специями отдельно даете. Это вот прям гениально. Просто не хотим много жалоб. Тут с ним как варится. А это оранжевая, да? А там синяя как раз моя вкусняшка. Что-то она у нее бесцветная какая-то. Ерунду какую-то выбрала. Насмотрел своих дарам. Оно у нее без воды, что ли, будет? Да, без воды. Сам ты, да? Прикольно. Молоко, да? Она хотела кепку для молока на вот она разочаруется, когда узнает, что у нее бульона нет. Ага, это острота, острота, да? Острота, да. Угу. И приборы. Она у нас палочки у нее умеет кушать. А вот это мое чудо. Там даже мясо плавает какое-то. Даже мясо плавает. Гушли и макароны. Все готово это. Спасибо. Раменчик. А я буду кушать. Палочки. Кстати, салфеточки тоже взять. Горячо, 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 горячо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Мы тут помогаем. Пойдем. Чувак, я, кстати, не заплатил, ты понимаешь, да? Ты со мной в доле? Хорошо, так и быть. Вот спасибо, дружище. Как тебя зовут? Давид. Давид? Да. А твоя? Та, которая без бульона. Вот так вот, у тебя просто макароны со специями оказалось. И это самая популярная БПшка твоя, желтая, которая без бульона. А моя вот эта вот с бульончиком. И у тебя специи отдельно, потому что это острота самая. Самая острота, они отдельно кладут. Я надеюсь, Давид, ты не поверил, что я не заплатил. Нет, у меня есть чек на самом деле. О! Целая бутылка камней. Дай, пожалуйста. А что сюда так мало? А я видел, как это. Они тебя реально варили. Уже острое. Вкусное или острое? Я думаю, плодинку надо. Ты что сделала? Зачем? О! Я же просто язычком попробовал. Ты серьезно? А, ты половину, да, себе подходил? Потому что я думаю, что... А то... У тебя макароны, по сути, макароны с сыром. Покупаешь в магазине, сразу приготовили супер. Варим, я прям пахнет.
сюда, покажи. Это ты только половину вот этого пакетика. Так что осторожней с желтой ББшкой. Самая популярная здесь. Горит? Добро пожаловать в Корею. Я еще с вами не пробовал, я... Плачешь? Это самый... Ладно, не ругайся, ладно, у меня подписчики не тебе. Вот Азия, она везде Азия. Вот что, в Китае мы мечи ели, острые все были практически. Что корейские печи? Ты хотела? Ты меня тащила сюда. Ты это просила. Они все едят это, никто не плачет, смотри. Она, кстати, тоже острая, но она быстрая. Вот голубая упаковка моя. Острая, но острота быстро проходит. Что случилось? Я боюсь это есть. Почему? Мне глупо делать. Камера не даст соврать. Да, вот эти желтые твои упаковки, они прям пачками, все заказывают, все их берут. Тогда в Корею мы не поедем. Я салфетки взял рот вытирать, а ты их на слезы пускаешь. Вот так обидно, я хотела пожрать. Дай попробуйте. Хотя нет, нет, я тогда лизну. Теперь когда целоваться будем, не будешь чувствовать. Здесь даже куски мяса плавают. Я нашел кусок капусты. И на вкус как капуста. И очень вкусная капуста. Брокколи. Как... Ой, не брокколи. Маленькая, как она, не голландская, как называется, брюссельская капуста, по-моему, такая, да? Морковка плавает. Короче, кайф, ребят. А стоит дешевле, чем Настя. Твоя сколько стоила? 19, а моя, по-моему, 12. В полтора раза, по-моему, дешевле даже, чем Настя. Ну как, тебе нормально? Только лучше? Мы ждали 25 минут эту еду. Я, главное, экономлю на ББшке, это самый дешевый себе беру, а вы это запросто еду выкидываете, корн-догами питаете. Эх, судьба вот такая. Мужская доля. Ты мне еще пистолет приложил. Настя лапша гораздо более такая твердая, такая густая более. Ну понятно, она не в бульоне, видимо. Вот и сижу я в одиночестве, а ем свою лапшу. И думаю, не надо выпендриваться и покупать, пытаться, самое дорогое. Вон, возьмите по дешману себе ББшечку и будете довольны сейчас. И всех уделаете. Подходи, подходи. Стесняйся. Ничего себе, а у тебя он с каким-то этим, с горчицей? Покажи на камеру, пожалуйста. Ну вот, отсюда лучше. Что, ты попробовал? Конечно. Я что съем? Вкусное. Что такое длинное? Моя стоила 16 тысяч. Плюс
Одноразовые приборы 2000. 2000, потому что 1000 приборов и 1000 контейнеров. Кстати, контейнер крепкий, такой можно тому и забрать, и помыть. Итого 18 тысяч за то, что за обед, или за ужин, или за завтрак даже, если у кого-то такой завтрак. Чайки! Серьезно? Потому что не все, мам, да, сдай. Ты будешь еще соус есть? Домой возьмешь, будешь его добавлять в борщ. Будет корейский борщ. Слушай, классно, получается, вот в комплексе 18 тысяч все приготовили. Если бы не было очереди, приготовили бы за 6 минут. Вот, кайф. Ташкент Сити. Так, соус. Выкидывай его нахрен, чтобы он не сделал. Да, док, нам придется через 3 кордона защиты проходить. Ну и ладно. Все вытаскивать отовсюду. Сейчас покажу такие недоедки свои. Покажите, что это такое, открываешь оттуда вот это, специи, короче. Нет, действительно, сейчас еще по пирожечку. А что мне посчитать? Всего один носу. Пойдем? Не надо. Здесь с собой надо убирать. Да.